Üç. yara. Üç. Чё, блядь? Чувак не знает, что в инвизе может код, блядь, вылазить или чё? Давай пойдем. СНК 10, пойдем сегодня. Не, я имею в виду Гоу 10 ER что-то. Чопс, я тебя сумоню третий раз. Если не принимаешь сумоню, тебя больше не будут сумоню. Подскажите, пожалуйста. Аддон, как скачать на лут? Есть? Есть, в Дискорде. Либо заходит. Дискорде я еще погибал. Да, вот где в Дискорде ссылка? Я... Аддончики, да. Крутишь вверх. Да, да, да. Понял. В смысле, ты только проснулся? Этот легендарный анекдот заходит, который колбок повесился. Короче, идут лесом три персонажа, блядь. Дюймовочка, этот, блядь. Мальчик с пальчик и хуесос. Идут, они, короче, лыбятся.
Идут, улыбятся, говорят, типа, а чё ты смеешься, говорят, дюймовочка. Говорит, а я самая маленькая девочка в мире, больше меня, короче... Ой, я самая, да, маленькая девочка в мире. Или нет, дюймовочка, да. Да, маленькая, блядь. Да, сука. Короче, я уже испортил, да, анекдот, ну, поебать, да. Короче, самая маленькая девочка в мире, блядь. Меньше меня просто никого нет. Да, окей, идут дальше, улыбятся. Тут бац, спрашивает у этого, блядь. Сука, у Карлсона, блядь. Я ебу, кого там. Короче, меньше с тем. Тут бац, улыбятся. Дальше идут, нахуй. Спрашивает у хуесоса, а ты чё улыбишься, говорит. Так говорит, я больше всего, нахуй, в мире насосал хуёв, больше меня никто, нахуй, не сосал. Окей, идут дальше, улыбятся, блядь. Бац, нахуй, избушка, блядь. То есть решили, нахуй, зайти в избушку. По очереди, блядь. По очереди первая заходит, нахуй, дюймовочка, блядь. Сидит минуту-полтора, выбегает, нахуй, вся такая, блядь. Плачет в слезах, говорит, а чё ты плачешь-то, нахуй? Говорит, да, я не самая маленькая девочка в мире, самый маленький мальчик, когда будет у нас, блядь, этот, сука, мальчик с пальчик. Хуйня. Заходит дальше какой-то второй персонаж, я уже забыл нахуй с того всего, блядь. Выходит тоже, блядь, говорит, какую-то хуйню. Тут заходит хуесос, говорит, блядь, сидит полминуты, такой выходит, нахуй, втирает купую слезу, говорит, ах, я все понимаю, но кто такой нахуй бой? Не, ну за это ГП. Короче, я испоганил шутку, мне похуй. Смотри, Сергей, классный анекдот. Ты обосрал настрой. Я, говорит, все понимаю, да? Ну кто такой? Да? Шреддер, дай... А, у тебя это самое. Шреддер, давай каски будешь давать. У меня плохо нету. Шреддер не вкачанный. Да все равно сейчас после Аниксии надо как. Релогнуть надо. Не релогнуть, а релогнуть. Он не будет походить. Неправильные ответы. Yeah. Чулан, залей шаманаман. Ни каски, блядь, ни креста, нахуй. Охуенно. Я кинул первый эйс, ступай не кидайте. Она уже висит у нее. Шансун кидал. Перед пулом. Говорят, короче, нужна мана шаману, блять, залейте. Сорок. Вот, дышит. Квадрат видит. Два процента. Скоро ты офаз. Ману.
На тем ману надоел. Ману залейте, я уже давал. Похуй, я восстановил ману, блядь. Умер нахуй. У меня КДшнус я сдал только что. Не, все нормально, я дал, я же говорю, только что откатило, я закинул. Ленты, ты можешь залить ману мне? Нет, нахуй. Ага. Нормально, добили. Развернули в рейд. Хилов нету. Выплащик на хилов и РДД, блядь. О, плащик выиграл. Тут прям все сверхтактика. Ой, Валька файтнется, блядь. Не надо. Я надо. На ДК. Не, я видел, там, в принципе, тактика была с циркуля, блядь, все нормально. Там, мне кажется, уже хп пофиксили, там уже 80 лямов было, да? А до этого было 90. Две шеи упало, это нормально, блядь.
Вот о чем речь? А там у них танчил в свету ДК или кто? Кто мне танчил этот Мишка, я видел. Мне в свету. ДК танчил сразу и Хлеона, и Большого? Да. Да, и Большого, и Хлеона. Большой стоял под рожей. Насколько я видел. Только не запускаю, еще лечу, блядь. Как такое там? Там целая банда летит тупо. Ой, колыбельная. Во! Одеяло и подушки тоже. Кто-то нахуй спать. Да, захожу. Лиза, да, давай я ВК рогой пойду, мне рогу надо срочно закрыть. Ик. Есть вариант такой? Гуччи, Гуччи. Плюсанул в чат, короче, вымер. Рояль мастер. В чате сейчас плюсы кину. Это не сериал, это райфильм, не? Вон, Войд, плюсы, смотри. Войд, плюсы кидаю. Royal Master X, ёб твою мать, дай мне ассиста, блядь. Не показатель. А, он ливнул, да? А чё? А, он ушёл этому, Audi Chaser. Я так и понял, потому что этот, блядь. Он лимон назвал в Дискорде. Чем могу быть полезен? Добро пожаловать, герои! Какие нахуй бафы, блять? Шаману дайте, сука, бафы, ёпашу. Не на ДК, ни каски, ни кулака. Каску, кулак. ...с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, к
который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям. Сейчас еще не будет сама позитивность прям, короче. Крик на хп? Креста, блять, не вижу. Что, мне тотем нахуй ставить, что ли? На креста тоже. Что ты долго в огне будешь стоять, блять? Не буду по личным книгам. А я ж этот привык. Бля, не осало словил. Блять, в сало попал, сука. Приготовьтесь к схватке с близнецами и чудовищами, и слотной утробой, и жуткой чешуей. На Алисе. Чулан, дай мне ману. А, чулан уже залил. Хорош. Я главное не сказал, когда он уже кинул его мне, блядь. Я не буду. Я на зираку, ладно. Жорик. Жорик Вартанов. Рывок около вас. На кого? Значит, на ком-то, кто рядом с тобой. В радиусе 10 метров. Если у меня нет задней, ты чё? Не сосед, в этом смысле как? Опять около вас. У меня дебильные аддоны даже рисуют стрелочку, а куда надо отбежать надо. О, мумикс, нахуй.
Хорош, блядь. Вот и ГП тебе, Войск. Ты что, я в эту гифт обновил, что ли, блин? Эльф УИ, там, я знаю, точно стрелочки показываю. Ну, это можно отключить интерфейсы. У меня иногда работает на некоторых вот. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Тоже пару люблю. Ещё и сролил её, блядь. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится гром... Как мне не нравятся на шаманных баганы и тотемы, это капец. Готовьтесь к забвению! Как этот аддон работает? Нужен рейд тролл скачивать на... А зачем этот аддон? Потому что когда... А тринки сыга. Пароль один. Значит, нужен аддон. Не волнуйся. Если у тебя его нету, то мы подскажем. Что, есть? Есть у друида этот жизнецвет качанный? Бейте косты для рад сырой. Чтобы не было пламя легион. Шаман бьется нормально, блядь. Мне надо больше, блядь, на этот, на дух шмота, что ли, блядь. Сила убежала. Сила пробежала по мастер шами, да? Нормально. Да, нормально. Бое. С темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Вот вы, собаки Альянса. Вы... Нет, бое. Кольцо хиловское, боешный. Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь. Хиловское, боешное кольцо упало. Что нет, бое? Не нравится то, что мне Шансун перехилил, блядь. О, рыба, нихуя себе. Фамилия.
У меня, брат, обмен. Лимон с тобой по сферу забрал. Шо? А сфера? Нормально. Так, обруч кто забрал у нас? Чулан, чулан, ёлка. Чулан. Баблон. А, какой? А, блядь, на туре, сейчас, секунду. Чулан, дай как-то... Он так не агрит. Тебе все равно скоро бан дадут за спидхак. За что, за спид ему дадут? Ну вот. Топовые шмотки, короче, блин. На 3 килограмма, да. Обязательно мне еще началось как бы 4 дека в рейзе. Да, обязательно. Бок рост танки. Так, ШП, тот таргет, который дамажите, диспельте. Просто прошлые разы все время я диспелил. Сейчас я в хиле. Кого тянуть? Нес. Ага, мне сон въебали. Там еще мага, мага пиздец. Так уже давайте добьем, там ЦСКА осталось. Дай мне сейчас что-то двоим пистолет. Диспельте, диспельте, ход, я бы ебать его захитил. Я пытаюсь забрать рогу. На мне ретрик. Ой,
шаман, который танков хейт, держись на максимальной дистанции от танков. Потому что они агрятся на броню. Ага, вы разбежались хуй знает куда. Мы все кучатся вон на стеночке у трусов. Просто рейнджу возьми и на максимальной дистанции хейт. Я хилю, блядь, на максимальной. Если кто не знает, тряп. Босс здесь агрится на армор. Особенно мили. Поэтому бегут на вас, хилов, на магов. Мне сам списали. Мне рэпит. А, блядь. Упала. Упала больно. Что, порядок нормальный. Маз здесь попал. Хорош. Ману! Сука, друиды. Оказывается, в два хила так тяжело хилить, да? О, штанишки, блядь. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети. Манрегин. А сундук не пропадет? Баф, раздайте мертвым. Еще разыгрывается. Быстрее тыкайте кнопки. Ристобав. Во имя темного повелителя. Во имя короля. Че, он Гердовы? Не эконом. Тебя оценили и признали ничтожеством. Вау.
Смеется надо было и спичит. Выбор. О, боешка. Пять тысяч. 4700. И меня что-то багнулось, походу, на вот толкое вот хуйня. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? 2 ЧСК, мне кажется. Да не, у него все насчитовано на 2 ляма, блядь. Нет. Там мастер строил. А кому надо? Тебе магом, что ли? А, нет, да. Кому надо? А где там маги? Они не боешные. А это не боешные? Ты говорил боешные? Нет. Боешные шея была. А, шея была. А, сори. Один Алиш, один мне. Я бы посоветовал палам пока стоим бафать. Я этим и занимаюсь. Вот ты кто? На шоке? Это кроме тебя. Кулак-ханту. Кулак-ханту. Говорят, что Войт упал. Кулаки не дают, ваши вары орут на ад. Кулаки Шреддер дает, к нему вопрос. Они у него не апнутые, кстати. Ну, это раз, а второй он их раздает, а... Ну, да, поем задрачивайте его. Ну вот, забери Алису у меня. У меня приз уже там возле Грула. Алиса, одного забери жука. Где он? Ну там ДК есть, ловишь, потянул.
Лис, у тебя один жук справа. Забери его. Лиса, жука. Откуда силы постоянно какой-то дамаг получает? Алиса, твой ближний звук. Где Тиса стоит? Я не могу хилить, блядь. Твинси. Он что, ФК-шу, что ли? А, она ударила. Ой, шо по Гере, по Гера. Какой фильм жене посоветовал? Хоть Тристана Фулхили. Фильм, какой жене посоветовать? Чё боя? Три боя. Нового? О, опять боев, что серьезно? Еще 5000 за это кольцо можно снять. Лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Макасина. Крас. Наконец-то я этого, блядь, перехилил на. Кто там топор 2.6 выиграл? Это кто? А кому нужен? Нужен, да? Ну, наверное, хорошо. Тебе надо, нет? Все, поменяй мне рога местами, поставь. А я его не строил, кстати. Ну куда сейчас? Нару нас не забыли. Разбойник, красный топор нужен? Ну вообще как бы да. Все понял. Что долго. А что надо, чтобы в РС зайти? Четвертый кат и проф любой.
профа. Масса выиграл кольцо. Не пустит. Отлично, молодец. У нас 4500 средняя цена. Что-то в ГБ. Или он хочет выкупить. Ой, это что, серьезно в ГБ кидаем или это на приколь? Эти бесполезные суппорты. Я не знаю, кстати, зачем мне РС под саппортом били, разве что для Тёмки. Тёмке не нужны саппорты. А огонь сразу... Там такой огонь, слушаешь, там... Там огонь сразу ваншотит, он не спасает саппорт. Разве что ты, латников. Ты про что? В РС-ке? Да, 25 хм. Ух, и это да. Но все равно там саппорты не нужны. Метеор. Про лужу. Не-не-не, такой шарик, который снизу вылупливается, короче. Называется яйцо вулкана. Потому что там ваншоты, а не саппорты. Надо пару соточек, наверное. Бабычки сорокет? Бабычки он не должен столько бить в жизни, блядь. Нет, я не знаю, где я тебе такие цифры взял. Не может он на бычке маншотить. Жизнь в этом не поверили. Да, магиков соло можно похилить. Ну, вот первых боссов я не знаю, но все 2-3, остальных 2 я захилю спокойно. 2-3. А магиков 2 максимум. Шо? Так я у инста. 30 секунд.
креста не вижу, бля. Ну на вам. Ну куда, блядь? А есть сюдон, чтобы посмотреть, прожимки вообще были наши от публика? Откинула. Ладно, тогда. Она отбежала далеко, как раз во время каста, блядь. 0,1 секунды не хватило, на. Надо было подойти ближе, ну, пока Геру давал. Не достанет. ДПС. ДПС апает. Видишь, Вайт, научился таки. Нормально работает. Тебе показывают каст на этом, на Мактуридоне? На магика он показывает, только он багается на втором касте. Надо у Шейпера как-то аддон убрать с Анвилла. Таймер багается. На втором касте. Ну, сюда. Мана. А зачем Гуччи нидит печеньку? Не свою. Подождите. Блядь, случайно нажал. Чего сразу напали, о. Я ее уже отдал. Второму паролу. Кто второй парол? Дык Дымыч. Тут мастера влепит, тут же три не падает. Что?
так ты ж позаеб... Ну, с руля. Из моих... ардешным. Хребет и глаз. Ну, типа, все равно СПД. Не по... СПД хаст, а там апхаст. Они ж типа за ГП идут. Вот это вот апхаст, я вообще бы нахуй выбросил с этого серва. Маны нет. Какие нахуй ретрики? Я его взял, сразу заменил нахер. Это вообще четкая трыня. Какое говно. Рок это раз полгода. Глорал глаз нормально. Не, как глаз мотор... О, глаз было, да, магика. Глаз. Подождите, ману, отойдите. Ребатники. Хилы ману отпивает, не? Сунг впереди. Вот тут чуть-чуть впереди. А, крест дайте. Рыба стоит, подождите, дайте лоб. Надо релогу все. Да блять, ДК опять багается. Мне это бесит. Лимон, дай каску подвинь. Пет не хочет появляться, не значит. У тебя порошка нету? ПВЕ символ на порох. Я вообще возле никого не стоял, он меня почти убило, блядь. Шредер, дай сальву турбо. Интересно, сколько чистит продержится в АСОП? Шредер, дай сальву турбойст. Я не видел на нем значка САП. А там триня на хосту вообще магу нужна? Зависит. Не очень. Зависит от капов. Она прокает на хосту или на СПД? А не, она прокает на СПД. На хосту. На хосту. Ну, значит, аркана много. Сейчас сало словил.
Висим? Геру дадите пад. Че, может Геру? Была 8 мин, когда я... У нас нормальный аэродрой образовывается на втором месяце по хатасу. Который будет буль? Да, 243 нормально, я вот 232 предлагаю. Ну, тут холипала нету, радуйся. Да-да. Тут есть что похилить. Холипал, ты бы так не хилил больше. Я бы тогда цепухами мог спамить спокойно, блядь. Ты на танках поднимаешься. Щиток танковский. Зубрула. Какой красивый щит. Ноги надо. Надо ноги. Дело надо. Открой свое сердце свету. Руль будет зубы замрал. Шреддер забрал ноги, вот собака. О, скоро Шреддер у нас протопалом будет. Отлично. Так у него уже есть какой-то протопал. Да, ну вот. Отлично. Я как мага качну, пусть ходит, танчит. Да, ну вообще шикарно. Все, Шреддер, готовься это. Убирать танком. Я буду ходить магом, локом. Иликом. На камень, кто здесь? Лу, подлети, суманил Лока, любовь. Все забежали, и я за... А вон Лок залетел к вам. Шреддер, у Войда есть БДК, ну вот, я думаю, если что, ты сможешь с ним потанить. У него медведь есть. Так что... Пвар. У мастера есть танк еще. Так что танков тут хватает. 52 танка. Протопал и протовар. Да, поставишка. Танки есть. Второго танка надо одевать нормально, блядь. Это ты про какого второго товара? Не, пропал. У меня 234-й вроде закопал. Протопал. Там уже их холипал почти 230-й, все нормально.
Я опять потерялась. Чем мы там успеваем за 40 минут, как ты солчишь? Приходит. Помогите. Так, выход из мира сделаю, а то меня рейд не видно. А ты на кого сделал? На танк или на ту? Я? А что, не видишь? Просто там. На ДД, конечно. Не, ДД, я редко пособираю Т4. Хочу эту хрень попробовать. А, ты хочешь это попробовать, да? А это хоста с крыльев такое себе, если так подумать. Так нет. Ну, для бруста... А, не рассказывай ему фишку, пускай. Вначале нажать крылья, и что ты будешь... Иметь хосту с этого и потом менять на Т10 да. И пулять? Тебя все будут ждать? А ничего, что когда крылья... Будут ждать, если на это на пул. Алло, время счет. Во-первых, я на это счет пула, потом есть Джераксус, который по таймеру запускается, и Суров. Ну да. На многих боссах можно накинуть за 2 секунды от перекидывания. Ой, ты где? Я тебя не хилю, блядь. Где ты? Так разве, когда ты шмотки меняешь, комплект, бонус входит, у тебя не должна... Тут оставляется, тут оставляется, и на варе уже проверено. Все равно это платит 15. Стопнуться будет, то есть не перерастать. Все равно это платит 15. Бора. Даже это не считаю багом, блять, по сути. Зависит, как сервак рассчитает. Чё, Алиса, я в ДД на этом, после трэша потанчишь стол. Хорошо, я спеклась, а? Нет, моя пушка против кроли. Ты чё, уже сделал это, что ли? Нет, я пучину забрал с ланы. Грань ДД я покупаю. Я бы забрал с меча Глору. Ну, Глора больше нужна баром концам, поэтому вред, если подбирать Глору, это такое... Более что он все равно с шеем будет бегать. Тупо кидок на лук кого-то. У варов есть кровавые цветения, пускай донатят, да? Поэтому только БДК. Ну да. Шансунга в ШП и на кубы. Изи бризи. Только на трэш останется или. Но. Чё там чуван? Чё там чуван матерится-то? Так я еще там два плюса. Шансу. Не берите эту рыбу, она отравлена. Он чулан. Еще один. Здесь даже у Лу есть два бриллианта, блядь. Три. У меня есть кореш, который играет нихуя, у него их уже 6 без донат. Кто там АФКшит? Лок, вар. Слышь, твой. Забери рогу 6-го пати в 8-ю. Подлак, зайди внутрь. О, спасибо. Ну,
А я сбил. Сбил. Этот не сбил. А я думаю, уже чертворцев нет. ГП, окей. Кто из нас слабее? Обвесился. Сколько там до пула? Шинсунг, ШП, хорош. Давай ману залейте, Шинсунг. Мужику губы оторвало. Врач говорит, есть только женские половые и ослинные. Какие пришивать? Он говорит, давай женские половые. Ну, пришил, прибегает через неделю, говорит, отрывай нахуй, пришивай ослинные. Он говорит, а что такое? Он говорит, да в зеркало смотрю, хуй стоит, на хуй стою, слюни текут. Короче, суть какая, он по-любому загуглил, блядь, потому что спросил, сколько до пула. Моя самодовольная отец вашей погибели у него, и запределье будет моим. Видишь, молчит партизан. Я свободен. Первый трай. Хотел сказать с первого вайпа. Знаешь, что можно? Ну это так уже. Допустим, минусовать за количество. Я тебе половину прослушал, короче. Сколько? Я отправил фу ЕП. Только не снова! Только не снова! Да, босс немного подпасит, блин. Все, я понял, короче. Мне надо танка в метке. Ой, хила в меткость собирать. На магике, блядь. Да кого где-то секунд 25. Нет. Только не снова. Вот я типа догоню по ДПСу. Типа ДПСу догоню. Сейчас потолок должен падать. О, смотри, как вовремя. Ух ты, блядь, это что такое? Это дамаг по рейду.
На обломок. Еще не то, да? Тупо не нажимался, куб, я не знаю, пацаны, я жал, он не нажимался, ебать. Кто из нас слабее? Даю мастерс. Это ромб не нажал, но он не нажимался, я тыкал. Знаешь, такое было, у меня такое было, типа, я нажала на куб, он, типа, ну, моделька не нажала его моя, а так он нажался. Возможно, у тебя было такое, ты просто его перетыкал. Варвадьяк, зачем ты мой куб жмешь? Какой водьяк? Где у нас такой вар есть? Ну, походу, перерыв будет маленький перерыв. Вот этот справа, босс. Справа да. Двое треугольник или... А, да. В какую ты сторону смотришь? Да. Каски, кресты. Бегать-то же надо, ё-моё. А кто каски бафает? Что за человек? Бафну. Я баф. Штансунг хила, быстро. Я уже там давным-давно. Ну, спрятнешься, брат. А каски до сих пор не... О, есть, хорош. Бокрос, это у нас танк, что ли? Тебе казалось, что я слаб. О, я без тотемов был. Нормально. Кто из нас слабее? На те, кто на кубах, один раз кликайте и все. Если вы делаете дабл клик, вот он так и глючится. Единственное, что меня, блядь, бесит, это... Какого хера твинка прокает, когда я ни хера не делаю? Тогда какая твинка? Он тотемов, блядь, прокает. Ну вот, тотемы заклинают.
Смотрю за ретриками. Так. Шерстка лимон. Это чё, кто в огне побежал? Жалко, что тут нету скилла, который позволяет шаманам на ходу кастовать. Вот, а мне интересно. Ты никогда не хотел на мофе играть? На мофе никогда не хотел поиграть? О, для нубасов. Уба. А причина? Как вы лужи ловите, роги, блядь? А, вы еще прожимаете этот, походу. Не понимаю, какого хера, какая разница на какой. Если человек играет на этом сервере, значит для него это сервер off, по идее. Ну это по идее, но так-то не бывает. Есть стабильность. Но работает. Но работает все так, как должно работать. А не как починит. Ну, по идее, но офи работает так, как они запрограммировали, так идея. Ну то бишь все равняются, но чинят как на офи, понимаешь? Смотри, мастер, почти в десятку залез, чуть-чуть дыка не догнал. О, мое дело. А чё так мало тут это? 9к выдал. Это мало? О, дракон. В смысле мало? Нормально. Лимон. Лимон, я 237-м даю столько. Тут. Вон, дракончик. Сейчас за ролик. Друль-буль, дракон сперма, нормально. Подайте пол-пор долларан. Что, ты ЕП уже давно? Это мне в гильдии не показалось. Может, ребят, я... Че я оттуда упала, кстати, Ленкани? Алицит упал. Не густо. Так кто у нас там спиздил дракона, а? Друльбуль. Нормально. Так, всем спасибо, через 15 минут... Нормально выглядит или такой? Через 15 минут РС-25 топ. Эх, чешку бы мне, чешку. Но меня заберут я.